Всем привет, вы на канале Пчелы Начинающим, с вами Анатолий Борисович. Задают мне вопросы, ну, в основном начинающие пчеловоды. Сейчас вот осень, уже зима близко. Каким образом располагать рамки в гнезде? Куда ставить маломедные, куда ставить полномедные? В общем, как собрать, как сформировать гнездо? И вот я сегодня хочу вам рассказать, ну, на своем примере, на своих семьях. Давайте посмотрим вместе. Вот я здесь оставил 8 рамок. Уже сформировал гнездо. Но здесь еще были в середине рамки с расплодом. Сейчас вот надо посмотреть. Вот. Крайняя рамка. Ну, такая. Наполовину медная, килограмма 2,5. Вот следующая рамка от края, это уже более полномедная. Вот видите, снизу полностью раскрытый мед. Здесь важно, чтобы в гнезде был корм. Вот еще расплод остался, видите? Еще расплод здесь. Печатанный расплод. Ну, это место вот как раз и будет. Пчелы на нем и сформируют гнездо. Ну, здесь вот. Вот рамочка тоже легкая. И вот ее надо на край поставить. Но здесь тоже печатный расплод. Не знаю, не видно, наверное. Печатный расплод. Две рамки с печатным расплодом. Ну, некоторые пасечники ставят вот эти, чтобы расплод весь вышел, ставят на край и потом убирают их. Так, здесь. Здесь уже расплод вышел, и такая рамка. Мы ее уберем в сторонку пока. Ну, такая тоже килограмма 2-2,5. Сейчас сюда в середину передвинем. Ну, вот здесь все примерно вот одинаковые рамки. Ну, здесь более-менее вот. Меда уже вот так хорошо. Сейчас мы сюда еще поставим в середину. Вот отсюда с краю. Вот хорошая тяжелая рамка. Вот ее сюда ближе. Ну и крайняя рамка тоже. Она где-то килограмма 2. Так. Вот эту вот легенькую рамочку. Это расплод здесь. Расплод пока не будем трогать. Как я говорю уже, многие пасечники расплодные рамки ставят сюда на край. А потом их забирают, когда расплод выходит. Ну, я так не практикую. Лучше подождать до
того, как он выйдет здесь с середины, и потом отсюда убрать. Потому что матка и пчелы могут переместиться к расплоду и сформировать клуб на краю гнезда. Это тоже будет очень нехорошо. Так, ну здесь примерно все рамки одинаковые. Друзья, это вот расплод. Это расплод, две рамки. Примерно все как есть, так и оставляем. В общем, я это гнездо уже раньше сформировал. Оно уже сформировано. Вот это вот две рамочки с расплодом. Вот это и вот это. Их надо будет отсюда переместить потом на край. Пока трогать не буду, их оставлю как есть. Вот это вот сюда более такая, более легче рамка. Ее на край на самый поставим. Все, ставим здесь так. Пусть будет. Так, ну посмотрим дальше. А вот, друзья, то, что, о чем я вам говорил. Вот видите, гнездо. Вот оно гнездо. Вот заставная доска. А вот клуб пчел перешел весь за заставную. Четыре рамки стояли на просушке. Все пчелы переместились сюда по какой-то причине. Вот как раз этот случай, когда на край ставишь. Но тут я не ставил, ничего еще не перемещал. Ну, какая-то причина есть, чтобы пчелы сюда переместились. Вот сейчас мы это все дело должны исправить. Так, это все за заставной, уберем их отсюда, чтобы они нам не мешали, их уже здесь надо убрать, чтобы было больше пространства, больше воздуха. Так, это заставная доска. И вот смотрим крайние рамки. Здесь вот они сидят на четырех рамках, на пяти. Вот мы примерно сейчас так и сформируем гнездо. Крайняя рамочка маломедная. Мы ее убираем. Дальше идет вторая от края. Ну, здесь более-менее вот медовая. Мы ее тут пока оставляем. Сейчас мы разберем всех пчел, сформируем. Так, это тоже мед есть. Тут тоже. Так, тут немножко маломедная. Мы ее уберем. Вот видите. Мед и снизу такое специальное ложе, так называемое, для пчел. И здесь. Ну, здесь вот он, открытый мед. Вот это как раз в центр пойдет. Здесь тоже внизу жидкий мед, сверху печатный. Пойдет в центр. Это пусть будет на краю. В общем, здесь примерно рамки все одинаковые.
Сейчас мы их таким образом формируем. Вот это вот. Сюда, в центр, напротив литка. Вот он, литочек. Напротив литка ставим. Все примерно рамки одинаковые. На каждой рамке вот это вот в середину поставим. Здесь мед есть. Чуть больше, чем в тех. Эти все оставляем сюда. Значит, вот 6 рамок. Поставим еще 7-ю. И теперь... смотрим вот эти рамки, которые... за заставной, которые были на обсушке. Тут меда немножко было, то они к нему и перешли. Так. Вот они сюда мед перетащили. Сейчас мы их струсим. Немножко мед здесь жидкий. Нам это не подходит. Мы их сейчас сюда... пусть идут на свои рамки. Ну вот, пустые рамки здесь, на той хоть чуть-чуть меда жидкого, а тут совсем пустая рамка. Смотри, сделали гнездо там, где не надо. Так. Семь рамок, еще одну ставлю, 8-ю вот сюда. Все, что с медом. А там видно будет, как дальше они себя поведут. Вот так заставные. И все. И 8 рамок. Все, пусть тут делают гнездо. Ты посмотри. Сделали там, где не надо. Вот эту рамочку с раскрытым медом. Вот тут меда немножко. Вот так вот. Тоже. Немножко мед. Я ее сюда поставлю. С этого края. Поставлю с этого края вот так подальше. Пусть они потихоньку этот мед переносят. Все, больше ставить не буду. Вот так вот, если бы не заглядывал, друзья, так бы они остались бы на этих голых рамках. И
листья осыпались бы и погибли. Поэтому нужно обязательно делать вот такие вот осенние ревизии, сборку, формирование гнезда.